Да нечего мне прояснять. Еще раз говорю, это игрок киевского «Динамо». Есть какие-то моменты, которые мы разберем сами в команде. Если Женя хочет играть в «Динамо Киев», он должен это доказывать. Он должен это доказывать не только мне, но и своим партнерам. Я ему об этом сказал и надеюсь, что он это поймет, что ни на одном хачериде держится «Динамо Киев». Это дисциплина, выходные моменты. Да, да какие. Почему говорят, что там Ребров не психолог? Вы вспомните того же Валерия Васильевича. Если что-то он поговорил 1-2 раза, отправлял на старую базу, и там футболист пытался, или он вернется назад на первую, или он там остается. Здесь проблема не в психологии. Если бы была какая-то проблема, что там человек потерял мотивацию, тогда да. Но ее и не было, к сожалению. Ну, чекайте ее повернення. Ну, якось можливо. Я говорил с Евгением, сказал ему, все зависит только от тебя. Если ты хочешь работать, покажи это там. Пока он это не показывает.